Всем большой привет! Меня зовут Юлия, и вы на моем канале «Вязаные истории». В этом видео хочу поделиться с вами мастер-классом по вязанию вот такого вот котика. Котик вяжется из плюшевой пряжи, а одежду я вяжу из пряжи Yarnart Jeans. Рост у него 35 сантиметров, достаточно длинный. Он умеет сидеть с опорой, если его посадить. То есть ножки у него гнутся. Сейчас покажу, как он смотрится без одежки. Вот так вот выглядит котик без штанишек и кофточки. В первых двух частях мы свяжем с вами самого котенка, а кофточку и штанишки уже свяжем в отдельной части по вязанию одежды. Так, для вязания такого котенка нам понадобится плюшевая пряжа. У меня это Dolphin Baby гемовая. А я свяжу второго котенка в светлых тонах. Этот номер у меня 80325. Я буду его использовать для ручек, для ножек и для ушек. А основной цвет у меня будет у котенка вот такой вот. Он как будто бы бежевый, немножко, как будто совсем-совсем чуть-чуть присутствует пудры цвета. Так, это номер у нас идет 80342. У меня будет основным. Одежду у этого котика. А, я же не рассказала, у этого котика цвета рыженький, цвет 80330, а вот такой вот темно-коричневый идет номер 80337. Одежду рыжему котику я вязала шортики. Это идет терракотовый, номер 85. А кофточка идет бежевый, 05. Плюс я использовала вот такие вот пуговички маленькие. И на шортиках тоже такие пуговички. Так, светленькому своему котику я буду вязать одежду из вот таких вот цветов. Розовенький — это номер 74, а вот такой вот лиловый или нежно-фиолетовый — 89. Также нам потребуются глазки 15 миллиметров, носик. Так, носик у меня идет 1,8 сантиметров на 1,3. Черная ниточка у меня — это хлопковая тоненькая для вышивки бровок, ресничек, усиков. И я еще делала вот такие коготки на ножках, на нижних лапках и на верхних. Мы тоже с вами их сделаем. Ну, наполнитель, ножницы. Крючок я использую 4 мм. Если что-то забыла указать, спрашивайте меня в комментариях, я вам отвечу. Начинаем вязать ножки. А вот эта часть у нас идет отдельная деталь. Мы сейчас ее свяжем, полностью закроем и уже от нее будем вывязывать сами ножички. Так, я начинаю с пряжи серого цвета. Делаем кольцо амигуруми и в него провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, ниточку подтягиваем, пятый, шестой столбик. Ниточку стянули, я ставлю маркер. У меня это нить контрастного цвета. И дальше вяжем второй ряд 6 прибавочек. То есть в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая. Третья. И так еще провязываем 3 прибавки до конца ряда. Провязали второй ряд, следующий, третий, мы вяжем 1 столбик без накида прибавка и повторяем так 6 раз.
В конце ряда у нас с вами получается 18 столбиков. Вяжем первый столбик, в следующую петлю вяжем прибавку. Дальше вяжем снова столбик, прибавка. Третий раз вяжем один столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Так самостоятельно вяжем еще 3 раза. Провязали мы 3 ряда. Дальше 4 и 5 мы вяжем без изменения по 18 столбиков без накида. 2 ряда вяжем самостоятельно. Провязали. Следующий ряд 6. Мы вяжем 7 столбиков без накида убавка. И так повторяем 2 раза. В конце ряда у нас получается 16 столбиков без накида. Первый, второй провязали. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик и вяжем убавку. Убавки я вяжу за передние полупетли. Вот так она аккуратненько смотрится. И еще один раз вяжем точно так же. Следующий, седьмой ряд, мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И снова вяжем убавку. И 3 столбика без накида. До конца ряда у нас остается. Второй, третий. Так, провязали 7 ряд. 8 ряд мы вяжем 16 столбиков без накида. То есть без изменений вяжем до конца ряда. Следующий ряд. У нас получается 9. Мы вяжем 5 столбиков без накида убавка. И так повторяем 2 раза. Давайте первый раз я свяжу с вами, а второй самостоятельно. Так, 2 столбика без накида, 3, 4, 5. И вяжем убавку за передние полупетли. Ну, это в моем случае. Вы, конечно, вяжете так, как вам удобнее. И второй раз то же самое. Следующий. 10 и 11 ряд мы вяжем по 12 столбиков без накида. То есть 2 ряда провязываем без изменений. Провязали 11 рядов. Теперь я добавляю наполнитель. Но не очень много. Она у меня вот достаточно такая рыхленькая деталь. И провязываем последний ряд. Это у нас 6 убавок. Примерно когда делают первые 3 убавочки, я потом еще добавляю немножко наполнителя. Получается, это у нас пятка, вот, чтобы она не оставалась пустой. Первая. Вторая убавка. Третья. Теперь можно еще немножечко добавить. Так, вяжем четвертую убавку. Пятую. И шестую. Все, и будем сейчас закрывать получившуюся деталь. Так, шестую провязали, следующий столбик я провязываю соединительным. Всю ниточку обрезаю и вытягиваю. В оставшееся отверстие я добавила еще наполнителя. Пяточка у меня прям получилась такая наполненная, не пустая. Теперь убираем, закрываем. Я захватываю
с внутренней стороны переднюю полупетельку и вывожу крючок, вывожу ниточку. Теперь снова следующий столбик, переднюю полупетельку захватываю и вытягиваю ниточку. Сразу подтягиваем, потому что потом она может не затянуться. И так все 6 столбиков. Именно за переднюю полупетельку. Остался у меня вроде один, если не ошибаюсь, столбик. Все, ниточку подтянули хорошо, дырочки не осталось. И теперь я вывожу примерно вот на этом месте у нас будет ножка. Вывожу сюда ниточку. И уже здесь буду ее прятать. Здесь уже я прячу ее на узелочек, завязываю и вывожу с другой стороны. Обрезаю. Все, первая деталь нашей ножки готова. Остается самая простая часть, потому что там вяжется просто столбиками без изменения в длину. Вот такая вот у нас получилась ножка. Дальше теперь я иголочками помечаю себе места, где я буду набирать 12 столбиков без накида первого ряда. Отступаем здесь 2 ряда. И ставим иголочку. Так, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Не получается. Надо рассчитать так, чтобы у нас набралось 12 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так это будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот. Я пометила иголочками. Теперь берем ниточку основного цвета. Вот без иголочек намного сложнее попасть, чтобы было ровненько. Поэтому прям советую вам воспользоваться ими. Так, вводим крючок под столбик, обхватывая его. Первую иголочку уже можно убрать, чтобы она не мешала. И вытягиваем нашу ниточку. Воздушная петля. Это у меня идет первый столбик уже. И дальше провязываем по кругу, ориентируясь на иголочки, 12 столбиков. 3. Так. 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 6-й столбик. Все, иголочку тоже убираем. Восьмой. Девятый.
10. Ой, не довязала. Так, 10. 11. И последний, 12 столбик. Провязали первый ряд. Эта ниточка у нас спрячется внутри ножки. Дальше начинаем со второго по 18 ряд. Это у нас первый, второй, 18. Мы вяжем по 12 столбиков без накида. Это получается у нас 17 рядов. А как делаю я? Я сначала вяжу вот эти вот две стопы. Потом я вяжу две части темненьких ручек, не присоединяя цвет основной. После этого я включаю себе какой-нибудь фильм и просто уже без описания, без ничего, считайте 12 столбиков без накида, 17 рядов здесь, 17 здесь. На ручках то же самое будет, просто чуть меньшее количество столбиков. Тоже так же много рядов надо будет вязать. И вот я уже потом все вместе сажусь и вяжу ручки и ножки. Это не так уж быстро. Какое-то время отнимает, вот поэтому я включаю себе фильм и смотрю его и вяжу. Вот это так, как я делаю. Вот так, что вяжем ножки, 17 рядов. Сейчас расскажу, как вяжу ручки. Берем пряжу серого цвета в моем случае и вяжем кольцо амигуруми, набираем, вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ниточку затягиваем. Так, наш маркер. Следующий ряд, второй, мы вяжем 6 прибавок. Каждую петлю предыдущего ряда по 2 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. В общем, у нас должно получиться 12 столбиков. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый и двенадцатый столбик. Провязали второй ряд. Следующий, третий, четвертый и пятый ряд мы вяжем по 12 столбиков без изменения. Три ряда. Следующий, шестой ряд, мы вяжем 2 столбика без накида убавка. Так повторяем 3 раза. Первый, второй столбик и убавка. Еще 2 раза вяжем точно так же. В конце ряда у нас получается 9 столбиков без накида. Ниточку я в конце обрываю. А последний столбик я не довязываю до конца. Сейчас покажу. Так я потом буду присоединять ниточку основного цвета. Так, ой. Заболталась и не посмотрела, что делаю. Так, третий раз вот вяжу первый, второй столбик. И теперь провязываю третью убавку. Провязываю я таким образом. Захватываю первый раз ниточку, вытягиваю и все. То есть второй раз вот так я уже не провязываю, а оставляю 2 петельки на крючке. Все, ниточку я обрезаю. Теперь присоединяю ниточку основного цвета. И вяжем, начиная с 7 по 21 ряд. Это у нас получается 15 рядов. Надеюсь, я не ошибаюсь. Смотрю по записям и сейчас прям не перепроверяю. 15 рядов. По 21 ряд мы вяжем по 9 столбиков без накида. То есть без изменений вяжете 9 столбиков без накида, 15 рядов. Дальше приступаем к вязанию хвостика.
кольцевом игруме набираем 5 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Начинаю вязать я с дополнительного цвета, которым вязали ручки, ножки и ушки. У меня это серенький. Так, 5 провязали, теперь дальше вяжем 5 прибавок. Второй ряд у нас. Первый. 10 столбиков в конце ряда получается. Первый, второй я провязала. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый, десятый. Следующий, третий и четвертый ряд мы вяжем по 10 столбиков без накида. Четвертый ряд, последнюю петельку я не довязываю до конца. Далее в оставленную недовязанную петлю я присоединяю ниточку основного цвета. И следующие три ряда вяжу бежевым, назовем его бежевым. Серенькую ниточку я оставляю, потому что мы сейчас будем их чередовать. Получается 3 ряда по 10 столбиков без накида бежевым цветом. Провязали, и опять последний столбик третьего ряда я не довязываю, а меняю ниточку с основного цвета на серый. И довязываю уже до конца другим цветом. Эту ниточку я подтягиваю бежевую сразу. Так, следующий. Это мы провязали 5, 6, 7. Дальше 8, 9, 10 вяжем светло-серым. 11, 12, 13 вяжем бежевым. 14, 15, 16 светло-серым. И я вернусь к вам, расскажу дальше. А то уже, наверное, слишком много. Или давайте вот так вот я посчитаю. Получается, смотрите, мы провязали начало светло-серым, потом 3 ряда бежевых. Дальше у нас еще 1, 2, 3 будет светло-серых. И между ними 2 бежевых. Потом уже я к вам вернусь, и мы довяжем вот эту оставшуюся часть. В общем, у нас должно быть 4 полосочки светло-серого и 3 полосочки должно получиться белого по 3 ряда. Довязала я 22 ряда. Последний столбик я не довязала до конца, а ниточку обрываю светло-серого цвета и продолжу вязать уже последние 3 ряда основным бежевым цветом. Так, довязываю столбик основным цветом и дальше еще 2 ряда я вяжу бежевым. Также 10 столбиков без накида. Серую ниточку я сразу ввязываю, чтобы она была закреплена. Так, провяжу еще 2 ряда и вернусь. Провязала, это у нас получается 23 и 24 ряд. Следующий у нас остается один только ряд провязать, 25. Для этого я складываю деталь пополам и провязываю столбики за обе стеночки. Захватываю столбик передней части и задней части. Провязываю столбик без накида. Снова ввожу крючок под первую и под вторую сторону. И провязываю столбик. В общем, столбиков должно получиться 5. Это у меня третий столбик. Хвостик я не наполняю. Четвертый столбик и последний. Пятый столбик. Все, ниточку вытягиваю и обрезаю. Обрезаю коротенькую, потому что для пришивания она нам не понадобится. Мы будем все детали ввязывать в туловище. Вот такой вот у нас получился хвостик. Я сейчас довяжу
ручки и ножки, и мы продолжим с вами вязание. Кстати, ножки я наполняю, здесь наполняю посильнее, ну как посильнее, рыхленько, а здесь уже рыхлее, а вот здесь я уже совсем не добавляю наполнитель. Понимаете, наверное, ряда 4 у меня совсем без наполнителя. Здесь немножечко, здесь чуть-чуть побольше. Но все равно вся игрушка у меня такая вот рыхленькая. Такая вот она. Мягенькая. Вот, ручки добавляю наполнитель только на вот эту темную часть. Нижнюю, а остами у меня совсем пустые. То есть наполнителя здесь нет. Тогда они красиво висят. И они топорщатся вот так в стороны. Так что наполнитель только вот здесь в ручках. Вот, вяжем ручки, ножки, хвостик и продолжим вязать. А ручки, ножки, кстати, не закрываем, оставляем также ряд. Это мы потом уже дальше с вами будем их ввязывать. Связала две ножки, две ручки и хвостик. Теперь будем дальше продолжать вязание туловища, уже будем вывязывать ножек. А для этого ножки ставим к нам пяточками, ровненько. Складываем их и будем провязывать сейчас за обе стеночки петель. Сейчас покажу, как я это делаю. Ставим ровненько. Теперь присоединяем ниточку. Вводим крючок под оба столбика. Так, ровненько. Захватываем две стеночки петель и выводим ниточку. Воздушная петля — это первый столбик. Дальше в следующий столбик вяжем, в следующий столбик также захватываем две стеночки петель. В общем, должно получиться 6 столбиков без накида. Вот я провязала 3, 4, 5 и последний 6 столбик. Вот так у нас получилась ножка. Теперь у нас закрытая. Эту ниточку можно обрезать. Дальше мы вяжем 2 воздушные петли и присоединяем вторую ножку. Также ровненько. Тоже провязываем 6 столбиков без накида. Первую. Второй. Третий. Четвертый столбик. Пятый и шестой. Никак не хочется мне провязываться последний столбик. Так, провязали. У нас получилось 6 столбиков без накида, 2 воздушные петли и 6 столбиков. Далее делаем, разворачиваем вязание. Все, теперь у нас идет начало ряда, начиная с вот этой боковой части. Вяжем за полупетельки, то есть вяжем за передние полупетельки, разворачиваемся на другую сторону, вяжем за задние полупетельки. Так, вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и повторяем так 14 раз. В конце вот так вот у нас должно по кругу получиться 42 столбика без накида. Так, за передние полупетельки первый столбик. И в следующую полупетельку вяжем прибавку. Второй столбик. И прибавку. Также делаем и на воздушных петлях. Третий столбик за полупетельку.
прибавка. На воздушной петле также делаем. Так, кажется, я пропустила одну. Да, пропустила. Первая прибавка, второй. Прибавка. Третий. Прибавка. Теперь вяжем по воздушной петле. Также за полупетельку воздушной петли вяжем первый столбик и во вторую вяжем прибавку. Точно так же вяжем дальше, разворачиваемся и с обратной стороны. Вот они формируются, задние полупетельки. Довязываем так до конца ряда. Довязали до конца ряда, далее вяжем уже за обе стеночки петель, также по кругу, столбики без накида. Вязать мы будем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядов так, по 42 столбика без накида. Итого у нас в общем с вот этим получится 7 рядов. В восьмом мы будем ввязывать хвостик. Так что сейчас самостоятельно провязываем 6 рядов по 42 столбика без накида. 6 рядов по 42 столбика без накида. В следующем ряду, это у нас будет восьмой, мы будем ввязывать хвостик. Я провязываю 28 столбиков без накида в восьмом ряду. Сейчас провяжу самостоятельно и вернусь к вам. 28 столбиков. Провязала, и теперь в этом месте я буду ввязывать хвостик. Вы посмотрите у себя, чтобы он располагался ровненько. Может быть, вам наоборот потребуется провязать 27 или 29 столбиков. Сами смотрите, чтобы располагался хвостик ровно посередине. И когда сейчас будем его ввязывать, обращайте внимание, где переход нити. Я его оставляю, чтобы он был внутри. Так, захватываем петельки на хвостике. У нас получилось 5 столбиков на хвостике. Вот мы их провяжем вместе с туловищем. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый столбик. Все, хвостик ввязан. Дальше уже довязываем до конца ряда просто столбики без накида. Это у нас получилось 8 рядов. Далее 9 и 10 мы снова провязываем без изменений по 42 столбика. Провязали в итоге 10 рядов. 11 ряд вяжем 6 столбиков без накида. Убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вяжем убавку. Дальше мы вяжем 12 столбиков без накида. Убавка 2 раза. Провязали и дальше провязываем оставшиеся 6 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Следующий, 12 ряд, мы провязываем без изменений 39 столбиков без накида. Следующий ряд, это у нас будет 14, мы вяжем 11 столбиков без накида, убавка, и повторяем так 3 раза. Так, первый столбик,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Вяжем убавку. И так самостоятельно провязываем еще два раза. Следующий ряд вяжем без изменений. 36 столбиков без накида. Это у нас будет 15 ряд. 16 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Убавка. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем убавку. Далее провязываем 10 столбиков без накида убавкой. Повторяем так 2 раза. И провязываем оставшиеся 5 столбиков до конца ряда. Следующий ряд, 17-й, мы вяжем 33 столбика без накида, без изменений. Следующий, 18-й ряд, мы вяжем 9 столбиков без накида убавка 3 раза. И на этом этапе уже можно постепенно добавлять наполнитель. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Провязываем убавку. Так самостоятельно вяжем еще 2 раза. Следующий ряд вяжем 4 столбика без накида убавка. Первый, второй, третий, четвертый. Убавка. Дальше вяжем 8 столбиков без накида убавка 2 раза. И довязываем оставшиеся 4 столбика без накида. Третий, четвертый. Так, закончили 19 ряд. Следующий 20 ряд мы вяжем 7 столбиков без накида убавка и повторяем так 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вяжем убавку. И так самостоятельно вяжем еще 2 раза. 21 ряд. Мы вяжем 2 столбика без накида убавка. И так повторяем 6 раз до конца ряда. Первый столбик, второй и убавка. Первый столбик, второй, убавка. И так самостоятельно еще 4 раза провязываем. Довязали, а теперь в следующем ряду мы будем ввязывать ручки. Мне для этого, для того, чтобы они были ровные, придется распустить последнюю убавку и связать ее вместе с ручкой. Берем нашу ручку, захватываем петельки за обе стороны и уже потом я вяжу убавку. Все, провязала первый столбик ручки, всего их будет 4. Второй. Третий. И остался один. Четвертый столбик. Так, провязали. Теперь смотрим, ровно ли получилась у нас ручка.
Теперь вяжем 5 столбиков без накида по туловищу. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Далее снова вяжем вместе с ручкой. Захватываем. Так. Захватываем петельки ручки и туловище. Первый столбик. Второй столбик. Третий. И четвертый столбик. Дальше провязываем оставшиеся 5 столбиков без накида до конца ряда. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Это у нас был 22 ряд. Все, ручки. Опять же, обратите внимание, что вам, может быть, потребуется провязать другое количество столбиков между ручками. То есть сместить их на пару столбиков в сторону, чтобы было симметрично. Так, дальше мы вяжем 23 и 24 ряд по 18 столбиков. Без накида, 2 ряда без изменений. Провязали, ниточку не обрываем, потому что продолжим дальше вязать уже голову. Это мы сейчас связали шею. Я очень люблю, когда у игрушек есть шея, потому что бывают такие мастер-классы, где вяжешь, а там она прям вплотную к голове. Тут у нас, у нашего котика с вами будет красивая шея. Так, все, это на этом первая часть заканчивается. Увидимся с вами во второй части, где мы свяжем голову, ушки и оформим уже полностью нашего котика. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!